нарушение развития костей, неправильная зона закрытия, закрытие зоны роста. В общем, проблем много, поэтому едем исправлять. А почему это не смогли сделать у нас ветеринарное отделение? Еще почему в Москве? Потому что мы доверяем лучшим из лучших. У нас проводились не зря консилиумы, разные конференции по этому поводу. Собственно говоря, поэтому было принято такое решение. А какая именно операция будет проделана? Остеотомия лучевых костей будет сейчас сделана и без конечностей. Там уже дальше посмотрим. Скорее всего, будет несколько серий. И каждый раз вы будете ее возить? Думаю, да. Угу. А сколько времени занимает реабилитация после каждой из этих операций? 2-3 месяца. Все непросто. В этот момент что у нее будет на ногах? Гипс, спицы, на ногах ничего. На ногах ничего. Внутри, скорее всего, спицы будут, но сейчас посмотрим по ходу операции. Угу. И, наконец, что ей это даст? Ну, у нее милые кривые лапки, пусть и ходит с ними. Зачем? Во-первых, нужно, это мешает ей, она сейчас растет, и у нее нет возможности костям расти, они будут продолжать искривляться. На грудные конечности большая нагрузка, поэтому ей нужно, чтобы для комфортной жизни, ну, чтобы они более-менее были соответственно развиты. Очень важный момент по поводу ее роста и по поводу того, как фотографы делают, чтобы звери росли поменьше. Могло ли это быть сознательное нарушение ее режима питания для того, чтобы она так может дальше не росла? Они просто так делают?